Это не так просто. Специально пахали, спрашивали. Западали, были? Да. Вот так дедушки примерно воевали. Представляете? Так, с разбега, проломи. По одному, давай-ка так. Вот так, с края набегаем. Поехали. Так, а что мы будем теперь? Кто выиграл? Ух ты! Рожать должен перед крестом, понял? Ты враг. Готово подарить? Это действительно не слабое оружие, потому что он собирает в себя кучу мыслей, образов.